Медицина будущего. В Запорожской больнице номер 5 открыли обновленный операционный блок, аналогов которому нет в Украине. Об этом на торжественном открытии рассказали врачи медучреждения. Добавляют, отделение травматологии давно нуждалось в ремонте. Сюда, по подсчетам врачей, ежедневно поступают десятки человек с различными травмами. Как должна выглядеть лучшая операционная страны, видела София Пшипировская. Тяжелые переломы, заболевания суставов, протезирование и просто оказание первой помощи – все это под силу врачам 5-й горбольницы. Здесь после ремонта открыли отделение травматологии. На реконструкцию оперблока ушло 3 года, рассказывают врачи. Стоимость более 5 миллионов гривен. Чиновники считают, эти деньги того стоят. Это действительно очень важное отделение. Отделение, которое необходимо было для пациентов не только города Запорожья, но и Запорожской области. Здесь была выполнена реконструкция полностью всех, именно здесь, в хирургическом отделении, полностью всех внутренних помещений. Были переделаны перегородки, установлены новые двери, заменены на пластиковые окна, заменена полностью система электроснабжения, установлена новая АВР, установлена новая пожарная сигнализация. Кроме того, заменена система водоснабжения и горячего водоснабжения. Сделана также еще и вентиляция принудительная по требованиям действующих нормативов. Помимо ремонта, более 1 000 000 гривен ушло на приобретение современного медоборудования. Это операционные столы, стойки и система стерилизации. Врачи уверяют, все это позволит выполнять самые сложные манипуляции – эндопротезирование и артроскопические операции. Медики добавляют, важен и другой аспект. Мы живем в неспокойное время, когда идут военные действия на востоке Украины. И, конечно же, основное количество пострадавших в военных действиях – это политравма. И на сегодняшний день бойцы, которые поступают из зоны АТО, они могут получать полноценную, высокоспециализированную, квалифицированную помощь не только у хороших специалистов, но и в хороших условиях. Вы видите качество этого ремонта. Я без ложной скромности хочу сказать, я знаю операционные нашего города Запорожья, Киева и других регионов нашей Украины. Это лучшая операционная. Врачи надеются, пациентам со всей области в обновленном отделении будет очень комфортно. И стены медучреждения действительно помогут скорее выздороветь.